я хочу сказать, что есть такая русская поговорка «нет худа без добра». Большие политические партии хотят монополизировать политический рынок. И они рассуждают так: у нас есть деньги, у нас есть люди, у нас есть влияние, у нас есть кланы, у нас есть группировки. Мы в любом случае, все социологи говорят, что все четыре партии войдут в парламент Республики Молдова. Вот как они рассуждают. Давайте мы сейчас поднимем до 7, до 9% избирательный порог, чтобы все эти мелкие партии, мы их просто-напросто похоронили. Но я должен им сказать спасибо за эту работу, что они делают. Потому что они помогают третьей силе быстрее объединиться. И поверьте мне, у третьей силы найдется достаточно интеллектуального потенциала для того, чтобы объединиться на базе одной политической партии с тем, чтобы, объединив усилия, пройти в парламент Республики Молдова. И в будущем парламенте будет еще одна политическая партия. Вполне возможно, что из двух партий, которые сегодня существуют, это демократическая и либеральная, кто-то из них может и не пройти с этим высоким избирательным порогом. А третья сила обязательно будет в парламенте Республики Молдова. И она будет именно стабилизирующим центром. И в этом стабилизирующем центре не будет ни кланов, ни олигархов, ни группировок. Это будут именно люди, которые будут решать вопросы развития Республики Молдова. Прагматично, спокойно, патриотично, в интересах граждан Республики Молдова.